целях стабилизации оперативной обстановки, укрепления общественного порядка, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан на улицах и в других общественных местах, на территории обслуживания 1-го, 2-го и Немчиновского отделов полиции, сотрудниками межмуниципального управления МВД России Одинцовская, при поддержке ОМОН, дислокация городского поселения Сергиев Посад, проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Антикриминал». В ходе проведения рейда полицейскими проверялась территория микрорайона Трехгорка, увеселительные заведения и другие общественные места. В результате проведения мероприятия в отделы полиции доставлено 85 иностранных граждан для установления их личности. Все иностранные граждане дактилоскопированы, проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В настоящее время составлено 6 протоколов об административных правонарушениях по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 5 протоколов об административных правонарушениях по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка документов».